А вот один кореш мне такую историю прислал интересную в письме. Ну вот у нас, говорит, край глухой, кругом озера, но тоже парни за девочками ухаживают. Вот один такой кореш решил своей подружке, значит, ухаживал он за ней так аккуратно. У него ружьё с собой, значит, сел в лодочку с ней. И, значит, на другой бережок хотел в лесочек там с ней поплыть. Ну, значит, выплыли они и так это вот, и вдруг он чувствует, что-то его как-то крутит в животе. Ну так, что не может он, вот не может он, чтобы газа не выпустить. А как же это сделать? Он задумался, говорит, а сейчас я стрельну из ружья-то, как будто я утку какую увидел. Значит, эх, говорит, вон утка, ружье схватил, навел, как дашь. Ну, в общем, ружье дало осечку. А он-то дал это уж точно. Девушка так глазенки-то потупила и тихонечко так ему говорит: ну ладно, греби к берегу, пердунь.